Здравствуйте, дорогие дети! Всех девочек с наступающим 8 марта поздравляю. К сожалению, ваша географичка временно заболела. В соседнем кабинете. Вместе с математичкой и биологичкой там. Сидят на троих, болеют, так сказать, да? Пьют. Что ты улыбаешься? Лекарства пьют, лекарства. Да. Аспирин, пиктусин, там этот хенесин, все это. Закусывают апельсин, да? Но не будем мешать им лечиться, как сказать. Поэтому сегодняшний урок географии для вас проведу я, учитель рисования. Зовут меня Георгий Рафикович, сокращенно Географикович, да? Фамилия Попашвили, сокращенно прошу не называть. Я немножко подготовился к уроку, разработал новую методику, поэтому сейчас мы с вами будем изучать страны и города, а запомнить их лучше вам помогут мои авторские рисунки. Итак, смотрим сюда на доску, следим за руками. Значит, что это мы видим? Это буква «Я». Что значит, при чем тут я? При чем тут ты? А почему буква «Я»? Все очень просто. Эту методику придумал я, поэтому я написал «Я», чтобы я не забыл, что это я придумал. Да, все очень просто. Так, переворачиваем листик, смотрим дальше. Что мы видим? Уже знакомая нам буква «Я» и какая-то незнакомая майка. Мы не отчаиваемся, соединяем «Я» и «Майка», получаем «Ямайка». Да, прекрасная страна. Зарисуйте у себя в тетрадочках, смотрим дальше. Что мы тут видим? Все тоже очень просто. Настенный светильник «Бра», грузовая машина «ЗИЛ», «Бразил» и «Я» вместе «Бразилия». Да, все логично. Ничего страшного, ничего сложного. Переворачиваем. Какие-то два дяди. Один с иголкой, наверное, портной. Второй в короне, наверное, король. Какой же это портной король и я, когда это Швейцария? Правильно, все логично. Швейцария, замечательная страна, родина сыра, шоколада и банок. Знаешь, каких банок? Швейцарские банки самые надежные в мире. Не перебивай меня, пожалуйста. Смотрим дальше. Что мы тут видим? Это очень интересно, даю подсказку. Это мой знакомый Арам Рубенович, вы его не знаете. Крокодил из известного мультика, вы его знаете. И вот тетя с микрофоном, известная певица по фамилии Король. Что не Король, а Кароль? Хорошо, пусть будет Кароль. Что мы получаем? Как не знаете, все же очевидно. Аргентина! Потрясающая страна Аргентина, все логично, все... Тут же даже подсказка есть. Государство в Латиновской Америке. Правильно, правильно. Что, нет такой Америки, как Латина? Латинская? Что ты меня постоянно перебиваешь? Я твой мама в школу завтра вызову, понял меня? Смотрим дальше. Закрепляем материал при помощи одной песенки. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, пятно Л. Пятно Л вместе, все понятно, да? Так, смотрим дальше, что мы тут видим. Очень просто. Как называется машина? Mazda. Что такое CO2? Газ. Как делает ворона? Кар. Вместе Mazda Gaskar. Mazda Gaskar, потрясающая страна. Я там один раз был, очень понравилось мне. Зарисуйте в тетрадочках. Тут тоже все очень просто. Suzuki Propan Butan Кря-Кря. Что это такое? А действительно, что это такое? А это я рисовал Мадагаскар, но он просто не сразу получился, понимаете? Это не зарисовывайте, смотрим дальше. Что мы видим? Какая-то рука и уже известная нам певица Кароль. Вы подумайте, это финский город Рука Кароль? Неправильно, это государство Палестина. Палестина, замечательная страна, которая находится в Латиновской Африке. Правильно? Как нет такой? Что ты постоянно перебиваешь меня? Я твой спиннер на пальце вертел, понял, что не мешай мне, пожалуйста. Что мы здесь видим? На, значит, прекрасная страна. Какой-то мальчик и самолет. Да, самолет, какой вид транспорта? Авиа. Мальчику 8 лет, он что, еще молод? Вместе молод авиа, молодавия! Потрясающая страна, родина мамалыги, вина и банков. Да, что значит, каких банков? Трехлитровых банков, вино в чем-то же надо держать. Смотрим дальше, тут вообще все просто. Значит, пачка денег,
Что по-английски это money, правильно? Мальчик одет и нет, мальчик голый вместе. Money, голый я, money, голый я. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Там я не был, к сожалению, может быть, побываю. Здесь вопрос с подвохом, обратите внимание. Это буква R английская. Это не я, понятно? Не я. Что такое машина, ремонт, СТО? Соединяем СТО, не я, СТО, не я! Ах, какой я молодец! Но сейчас ты об этом, секундочку. О, ваша географичка звонит. Алло, я слушаю вас. Да-да, все нормально, проводим урок, да, хорошо. Не, болейте себе на здоровье, конечно, болейте. Все, сейчас будем. Так, смотрим дальше, переходим к городам. Очень просто все. Кто это? Баран. На горе что? Аул. Вместе город Баранаул. Баранаул, потрясающий город. Ах, как хорошо. Та же ситуация. Череп и немножко овец. Вместе череп-овец. Все очень просто. Это все я придумал. Что это такое, да? Сыр и вантус. Вместе сыр-вантус, да? Причем тут сыр-вантус? Это ж писатель. А, извините, это я к литературе еще готовился, не туда нарисовал, извините, пожалуйста. Что мы здесь видим? Два мальчика, один Юра, второй Юра, то бишь два Юры, да? Два – это много или мало? Это мало, поэтому город Юрмала, Юрмала, потрясающий город. Балтийский берег, Рижа, Язаря. О, это очень интересно. Что мы здесь видим? Значит, это актер боевиков Брюс Ли и самый обыкновенный стул. Вы подумаете, это город Брюса Ли Стульск? За это вам двойка в четверти. Посмотрите, как он с этим стулом коммуницирует. Брюс на него не лег, не встал, не облокотился. Брюссель, да, Брюссель, столица Бельгии. Ай-яй-яй, как я придумал, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, тут мы видим мешок муки, вопросительный знак. Что это такое? Наверное, наш учитель сошел с ума. Чего мука, спросите вы? Я отвечу, ничего мука, а мука чего? Эй! Замечательный город, который находится в Закарпатской области. Все очень просто, друзья мои. Переворачиваем листик. Смотрите, здесь водичка, на крючке там червячок, букашка. На первый взгляд это самый обыкновенный опарыш, да? Но если вы приедете во Францию и поменяете ударение, то получится, о, Париж, о, Париж, дальше. Как говорится, увидеть Париж и у меня на сегодня все, дорогие детишки. Так, и вам домашнее задание. Директор очень долго смеялся, но почему-то запретил мне это рисовать. Поэтому озеро Титикака просто учим наизусть, договорились? Без рисунка, извините, секундочку. Да, алло, я вас слушаю, да? Что вы говорите? Математичка поехала болеть в караоке? Понял, сделаем. Дети, встречаемся после перемены в кабинете математики. Я вас жду, спасибо.